Бал, как у Наташи Ростовой. В фойе Ивановского музыкального театра состоялся светский прием. Объединенный совет обучающихся Ивановского энергоуниверситета собрал студентов на городской бал. Мероприятие стало традиционным. В этом году его провели в 6-й раз. Год от года популярность бала только растет. Наверное, это чисто молодежное любопытство. Попытка быть в тренде, следовать моде. С одной стороны, может быть, это все-таки стремление к классике, уставшие от попсы, которые сейчас доминируют всюду, и в интернете, и в средствах массовой информации. Наша молодежь пытается найти себя в чем-то другом. Впервые за все время бал стал общегородским. В нем приняли участие 10 пар из энергоуниверситета и еще 10 пар студенты других вузов. Хотя изначально таким событием заинтересовались около 200 молодых людей. Все, кто выдержали интенсивный график репетиций, не пожалели, что дошли до финала. Все организовано идеально, то есть все потрясающе. Нас подготовили достаточно хорошо, репетировали очень, было сложно, очень сложно. Около 2-3 месяцев мы занимались этим, и даже есть какие-то недочеты, конечно, но в целом все прекрасно получилось, по-моему. Каждый год концепция бала меняется. Если в прошлом году был бал 5 эпох, то на этот раз классический бал 19 века, который, по задумке организаторов, происходит после войны 1812 года. Тема бала «Сердце предано метели» навеяна повестью Александра Пушкина «Метель». Марш, полонез, мазурка, полька, вальс – все эти танцы помогли участникам и гостям праздника проникнуться духом эпохи, а все желающие смогли поучаствовать в танцевальном мастер-классе. Ну вот они разучивают с одной стороны танцы, а с другой стороны историю бальных традиций, манеры поведения, вообще культуру вот той эпохи, в которой посвящен бал. И таким образом мы решаем сразу две проблемы. С одной стороны изучаем культуру эпохи, а с другой стороны готовим какую-то программу. Как признаются участники, одним из самых сложных танцев оказалась полька. Ведь здесь все зависит не только от самого себя, но и от партнера. Если кто-то ошибается, остальные сбиваются тоже. Украшением вечера стали выступления артистов Ивановского музыкального театра и студии исторического танца «Макама». Это очень хороший бал, очень много людей участвует здесь. И на самом деле на уровне. То есть постарались организаторы, постарались участники. На мою оценку, это 4 из 5. По окончании бала лучшие пары получили специальные призы от главы города и ректора ИГУ. Также жюри предстояло решить непростую задачу и определить самую романтичную пару вечера. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.